Ну все, зрители, я уже сильно устал. Последний билд на сегодня, и отдыхать. Вообще, один провел. Этот билд будет тоже контактником, милишником. Уже под номером аж 29. Но их два варианта исполнения. Вот лучше в атаку, вот смотрите, первоначально здесь у меня было... Видите, я все делал на телеке. Я ж не могу без Листена, Спота жить там было. Чтоб все это было, дисциплина, курок, лечение. Поэтому в интеллект 16. Но если мы тут делаем меньше, то изначально будет всего лишь 10, тут у меня сила была. А тут вот первоначально будет вот Дугвараса. 14 плюс от Дугвара 16 сила. Вот такой вариант лучше, и намного будет больше силы и атаки. Но мы и такой сейчас протестируем, просто у меня уже нет времени силы. Я вот завтра переделаю. Или послезавтра, тогда будет. Завтра немного работы вообще-то. Не знаю, завтра, послезавтра, когда все работает. Так, это не важно, можно тестировать. Ну вот, в чем суть данного билда, поглота, как обычно, где он был? Поглоты и криты, все, уже сказал, собственно, и скорость. Ну, неплохие отброски, остальные все потом перечислю под данным видео, как обычно. Вот она, моя красавица. Ну как, темнокожая такая, кстати, темненькая это. Да блин, Дургар, потому что, Зандердарка. Я тут игрок еще один был, ой, вышел, все. Ну, они то периодически туда ходят, выходят, уже тестируют. Ну все, хватит болтать. В этот раз меньше болтовни, больше дела. Тестируем. А, еще даже ничего не показал. Уже тестируем. Вот скорость. Еще есть спел резистанция. Но, я вам скажу, данный билд сложен. Сложен для реализации, чтобы все это уместить. Потому что 30-й левел кап всего лишь. И чтобы выпана мастера экзотического оружия, чтобы еще Dwarfing Defender открылся. Все эти фиты. И Weapon Master очень сложно было улаживаться, вообще, честно сказать. Даже эпические. Вот даже вот Epic Damag Reduction всего лишь 2, а не 3. Потому что иначе бы Improved Critical пришлось пожертвовать. А мне важнее криты, чем поглоты. Поглоты и так нормально будет. Потому что хп здесь и так много. Вот станции, смотрите. Аж 500 хп плюс скорость монаха есть. Но я протупил. Не протупил, это просто мое. Мое уже это. Это привычка, не знаю, дурная нет. Силы намного больше было бы. 20, ну-ка, вот там вот сколько было? 16, что ли, даже первоначально, уже забыл. Нет, если тут 16. А, ну там-то оно за 2 уже дается, то есть... Ну сколько там? Ну ладно, зайду сейчас. Ну извините, ну. У меня провал в памяти стал, старею. Нет, ну серьезно, это не смешно даже. Уже устаю, отдыхать надо. Вот сколько? Ого! Вот 16 на втором варианте. 16! Вы понимаете это? Значит, плюс 6, потому что здесь я точно помню, что 10 было первоначально. Всего лишь сила. Потом плюс 2 далась от этого и пошел в силу. От Дургара Субрасы. То есть 10. Плюс 6 силы к этому всему. Вы понимаете, этот билд надо переделывать будет. Но я его просто покажу, потому что... Это же мои чертежи, наброски, как варианты делаю. Не идеал. Идеала нет всем дендерам. Вы можете сами все улучшивать. Как вариант и как для будущих. Вот смотрите, подброски мы здесь видим неплохие, потому что особо-то не одет. Вот так еще больше. Спел резистанции есть. Есть поглоты, дамаг редукшн есть. Есть криты 16-20 умножить на 5. Свипа на мастера. Атака будет совершенно неплохая. Плюс... Ну смотрите, сейчас... Выпьем-то давайте тогда. Выпьем за любовь, родная. Грятер, вот, смотрите. Но, полюбиваем 6. Бука. А что-то я ничего не понял, все случилось, конечно. А, понял, вот сейчас вот еще. Во как. Но будет еще плюс 6. У вас нормальный дамаг будет, то есть атака будет. Это еще никого не накрафтено. Плюс 5 тут. О, тут атаки-то нет на моем этом. Итого мы имеем под 50 атаку. Билд хороший. Итого будет под 50 атака, я вам гарантирую, если вы сделаете правильно по силе. Просто мне некогда, я уже устал. Я просто вкосял его все опять, как обычно. У меня тут и листы, спот и все дела. Как обычно, блин. Вот, потому что мне так надо этот билд больше. Понравился. Это мой ходовой билд. Вы его улучшите, можете. Тут у меня, видите, мой сайлент, вон, 70 качан. Спот, листен, слух.
против воров, как обычно, это я не могу без этого жить. Дисциплина, все это я вкачал, ну-ка вот навыки повышаются, дисциплина, вот. Я не могу без этого, серьезно говорю, чтобы так вот не вкачать. Блин, да так есть, все, и все дела. Так, а вот теперь тестируем поглоты, все дела. Я просто не могу так. Я знаю, что атака здесь может быть намного больше, дамаг больше. Это вот силы. Можно вообще не монаха, ну я не могу так говорить, что стоит резистанта всего. Больше випона мастеров качать, или больше дефлера поглотов этому билду. Или больше випона, чтобы атака была, и дамаг больше. Ну я так не могу, это мое привычка, это мое, понимаете? А, давайте обкасимся уже, что я туплю-то? Давайте, сейчас все вырастет. Это только начало, ребята. Ну-ка, сейчас пусть хп растет. Вот, так хп-то, значит, не предел был. Во как удали. Во как. А что на виздом не вкачал? Тут я два, что ли? А, тупица. Нет, не тупица, но... У нас же монах, а я на легком доспехах. Да блин, я вижу, что не финал. Все-таки цифры не повысить можно. Вот. Теперь может быть и финал с конституцией. Вот знаешь, вот таких вот по плюс 12 нету на всех. Вот тут грязер. Я не нашел, по крайней мере, пока что. Нашел бы, вообще там тщательно было. Внимание, это вот так вот. По нескольку раз. Вот я даже не знаю, это сейчас предел или не предел. 25 конституции. Или еще можно. Да все это, наверное, предел уже. Может, хватит отпиваться этим. Вот, 26 плюс 8. Все-таки. Все-таки, если долго мысли, все не получится. А вот Стрэнджса... Ну нет, Стрэндж, наверное, уже предел. Нет! Я в шоке. 29. Как так-то? Нифига тут можно атаки-то. Это я... О, на, предел бил. Мне самому интересно. Ого! Вы смотрите, 600 хп. Вот мы поднялись с помощью всяких забафов-то. Охренеть, я сам в шоке. В хреноте не хотел сказать. Кто там зашел, кстати? Не хотите ли ПВП этого, судари? У меня билд живучий. Этот живучка. Я вам зову живучка. Ну-ка. А теперь смотрю. Вау. Что это у меня за голос был такой? Редкий голос. Все как повысилось-то. Просто в шоке. Ну просто это не... Не-не, 700 хп почти. Вы можете улучшить его, если шарите в механике и сеттинге ДНД, РПГ. Улучшить, да неимоверно. Я могу улучшить его. Я могу улучшить. Просто сегодня я уже устал. Я сделаю потом замену этого интеллекта. Так уже охота сматериться. Мать его. Нет, не трогай мать. Говорят, нельзя трогать мать. Это святое. Этого дремучего ему интеллекта. Хотел сказать другое слово, на Е тоже начинает. Этого интеллекта. Вот. Надо в силу все поменять. Вот вместо 16 туда, плюс 10. У вас знаете, сколько атака будет, неуверенно. И завес этого монаха, у меня привычка с полуристанции доводить, или хотя бы не меньше 6. Можете всего 6 взять. Ну тогда особо-то здесь не раскачайтесь. Здесь просто на 6 вы все равно не возьмете, если через монаха. Здесь надо не меньше 10, чтобы начать Dwarf and Defender. Вот выделил вот этот процесс, сколько у меня часов за него. Чтобы началось Dwarf and Defender расти. Сейчас вот нужно базовая атака 7, наверное, там. Потом Тоугес надо, вот эти вот все фиты взять. Вот особо-то. Вот. Тоугес надо. Ну дот здесь они убрали. Кстати, фикс, чтобы не обязательно брать дождь, вообще обязательно, и дворфом, чтобы обязательно, вообще, чтобы дворфом делать. Но здесь они убрали фикс, дождь не обязательно брать, но дворф соблюдать остальные правила надо, дворфов надо, фикс, или тоуглис надо обязательно взять. Живучесть, плюс один хп каждый уровень, поверху этого. Ну что, тестируем, все, хватит. Ну все-таки уложился, но это сложно было. А чтобы еще скутхи взять, все уложиться, еще и руби помазать. Это ж надо еще было... экзотическое оружие взять и потом фокусировку на оружие. Это же вообще, я еле уложился. Вот даже эпик дамаг редукшн не хватило. На эпиках я поднимал уже умение там фокусировку и это improved critical. На эпике, чтобы уложиться, еще пришлось даже добивать вот те спелы, которые необходимы випон мастеру. Даже випон чоси, чтобы выбрать випон фокус, випон чоси, где на вот випон чоси скутхи. Ну это, блин, это сложно выделить этот процесс, сколько раз переделывал, подходил к этому, там, к NPC, который релевел делает. Капец. А вот на сервер лезть без вот, тестов, вот, слава богу, что есть тестовален. Это уму непостижимо. Вот сейчас
сходил как фейспальм, показал даже не как, а как философ, к небу руки возвел. Это ж уму непостижимо, ё-моё. Без теста арена, вот это, естественно, это пипец. Из всех тестирований брал. Я не знаю, как там игроки справятся. Почему так мало? Иногда 10 здесь я видел игроков. Приходят, тестируют. Как они там бедные? Ну как бедные? Без знаний никуда. Может, они долго просто играют. Тем опытом ошибок. Но видите, им не особо билдинг. И, видимо, не заморачиваются с ливером. Рандом может вообще ставить, потому что им больше вообще не нравится. Это РП-сервер, РП. А я бы заморочился уже. Ну как мобов убивать сильных там? Только если группой они там бегают, а лучше в одиночку вот такие билды сильные делать. Нужно знать правильно. Ну все, тестируем. Все, мы сейчас пока не будем никого атаковать, один на один, как всегда. One to one, face to face. А потом посмотрим с атакой, что там у нас. Все лучше будет, чем тот предыдущий билд ПМа. ПМа ДД. Ну давай, давай. Ну давай, только провоцированную атаку не атакуй, пожалуйста. Мне надо посмотреть, как он себя ведет. И мне надо голышом. Не атакую, я сейчас, я чувствую, что он спровоцирован. Во-во-во. Обзор 20, нормально. Ну это, блин. Это я там то наделал. А ну-ка по чесноку, то, что на мне должно не свисеть, а то, что на мне. Ну-ка, обзор, сколько? 12? Стыкуется, ребята, он стыкуется. Обзор 12 идет дома. Это классно, стыкуется, хотя бы я так узнал. Ну что, я сейчас вам покажу, в чем дело. В чем причина, что стыкуется. Ну-ка, вот так вот, если я уйти могу, инвиз и плюс в эту, вот я всегда мечтал потестить. И у меня файт мув огромный еще. Вот если я из инвиза, он не должен иметь привод. Инвиз, если сейчас инвиз пропадет, он пропадет. Потом про стыковки он не считает. Чувствую, что я об этом. Ну-ка, вот сейчас он обнаружен, а нет. Считается, нет, это он инвиз. И потом я, ну, о как, спрятанный все-таки, да, не видит он меня. Нет. И это здорово. Все-таки в инвизе можно спрятаться, потом как ушел в тени. Посмотрите, теперь я в тенях, а у меня мувисайн панчен, да неимоверно. Вон он. У меня даже эти игроки-то сейчас не особо увидят. Если не боюсь стоять, буду так в инвизе, не шевелиться, если это все. Это тихо, блин, хайт плохо хватит. Мне больше мувисайн нравится, вот его вкачу. Некоторым хайт спрятаться, а мне мувисайн спрятался, убежал, да и все. За стенку, меня никто не видит, двигаться могу. Мне это больше нравится. Вот всем наоборот нравится спот, мне листен. У меня наоборот слушай. Слухать, а им надо, наоборот, чтобы вы видите врагов, что как они прячутся. А мне услышать вот именно. И мы видите, у всех по-разному. Вот что знание механик. А листен, это против вот мы ставим так раз. А спот это прятающий. А мне вот это вообще не. Мне это интереснее. Кто-то хайт больше вкачивает. Я ему велась. Листен. Вот мне достаточно было монаху этого. Хайт вообще не хотел. Практически. Так, не об этом речь. Вот, что я сказал, стыкуется. Вот видели дамаг редукшн, обратили внимание? 12 идет. Ну, у вас плохо, наверное, здесь видно. Я на фрапсе не на максимальных настройках. Записал так на максимальных других. Нет, или это не на максимальных, на средних. Ну, в общем, смотрите, что я хотел сказать. Читаем важную штуку. Эпик дамаг редукшн 6, на третьем он 9. И плюс Дварфин Дефендер, 10 у меня уровень, 6 на 10 уровне 6. Значит, они стыкуются, прессуются просто. А вообще они не стыкуются, они, если они заменяются большей цифрой. Вот здесь слэшинг, вот этот вот. Где он? Вот этот вот. Только проценты прибавляются. Это если с вещей надевать. Но вот тут стыкуется, и это хорошо. А так бы было, значит, потому что на 9 бы было, вот Epic Damage Reduction 3, там было бы 9. И 9 плюс 6, 15 бы мы по глоту делали. Но потом бы еще эпический, там каждые вот 4, каждые 4 уровня, по-моему, 10, 14, 18, еще добавлял 3, по-моему, было бы 9 плюс 6, 15, 18, тогда бы более. Но все равно, вот вещей, вот, конечно, вот тут вот. А я что, их надел уже, что ли, опять? Ну я потестировался без них, да, что? Или что? Вот эти вот 12, откуда у меня? Я до этого же, наверное. Я вот ведь склероз, вот и говорю, скрывал в память. Ну-ка нам показаться, короче. Пусть. Ну-ка, есть дамаг, видишь, 12. Пусть попадет. Блин, тихо, я тебя уже увидел, крутый, сколько там. У меня ипы нет. Не уложишься ты. Они еще не могут и попасть. Вот, 12, да. Но теперь, если я надену. Привас.
будет аж 20 домов. В общем, больше нужно. Свечей даже больше надо поднять. Буду откровение, но честно сказать. Вот. А, нет, тут. 20 минут. Ну это все еще не нужно делать. Вот что это, да. Вещи не заработали. Вот специально работает с разных вещей или пара. А, смотря сколько он еще прокинет дома. Надо 1 до 20, то есть. Во, обзор 20 дома. Это вот по этой сейчас вещи сработало. А, подождите. А, Свордсмен все-таки, ну, он Свордсмен. А вообще вот Ион и он так. Я обычно Ион все-таки, чтобы не станет. О, все, пошло сразу. Вау. Или вот впитывание. Нет, вот эти вот. Впитывание. Ну лучше, конечно, делать два регена и все. ХП у нас много. ХП очень много даже. Теперь мы в станцию войдем. И просто его нафиг. О, критики прошли. Ну не, билд живучий. Живучка, я его называю жвачка. Надо тоже скриншот наделать. Живем, братья. All is well, my pilgrims. Ну ладно, тихо. Сейчас признаю тебя. Голос свой прикольный, конечно. А что мы? Еще ки надо потестить. Давайте еще что-нибудь. На двоих. Но билд надо переделывать все равно. Крайне не нравится сила и атака. Все равно. Улучшить его можно. Улучшить. Это я вам крестил. Так, 160 дома. Билд не составил. А ну-ка, ски. Ски, ски, ски. Да блин, что на ней? А, надо еще станцию войти. Пойдем сюда тогда. А ну-ка, чтобы крит прошел скин. Чтоб тебя. Опа! Ну, может, 190 было. Прям как у того было обычно. Ну, этот они. Друзья, а все равно тебе будет. А что ж, прикольно. Ну-ка, можно с этой сразу? Со станции не отключая здорово. Так нельзя даже двигаться, он теряет. Ну все, а на нее нельзя двигаться вообще. ХП живучка. Вот. 600 по 700. Не, ну нормально билд. Просто надо переделать. Две версии билда, не меньше. Нормальный билд. Пойдет. Пойдет, пойдет. Ну конечно, с эпик доджем. О, нет, стоп. Я еще делал такой вариант. Ой, ну нет, не надо, не сегодня. Пожалуйста, не сегодня. А то у меня как идея в голову придет. Я делал себе такой вариант билда через монаха с эпик доджем, но это сложнее в 100 раз с ЕД. С дамагой редукшеном. А здесь не уложишься так, между прочим. А может и уложишься, не знаю, не знаю. Не знаю, знать не хочу пока. Но еще с селф-консюментом. В эпик доджем, если можно постараться уложиться с дворфин дефинером, чтобы еще и дамаг редукшен был, и еще и пали мастера, да, взять. И с эпик дозы. Ну зачем это мудрить? Попадать там не будешь ни по кому. Ну через этот, через... Это полный защитный билд. Можно сделать. Полную защиту. Уже с... Вау, что я не летит. Ну, хотел он у меня, наверное, это все сделать. У нас еще воду горячую, блин, включили. То есть можно через ловкость, если по ловкости пойти. Но такой билд мало, вообще почти никого не бьет, но сам защититься. Хорошо. Полную защиту билд сделать. На 40-м уровне ты осторожно с своими эпическими спеллами. Она что пытается сделать? И опять спит. Она что, притворяется, что ли? Мне надо уйти в инвиз.
Она сейчас будет вызывать, наверное, кого-то. Так вот. По ловкости надо посмотреть билд. Сейчас я еще не прощаюсь, а сейчас сам посмотрю. У меня такой должен быть. Но он здесь не подписан, к сожалению. Но... Ну-ка, дворфы, смотрим. У меня пока по иконкам понятно все будет. Зачем мне такой билд? В ловкости смотрим, вот по иконкам. В ловкость. Я даже не смотрю на эти, не понимаю. Я его сейчас только придумал, но наверняка у меня такой есть. Иконки. Нету ведь. Странно, но я по-любому его куда-то делал. Это сложный билд для исполнения. Нет, это вообще крайне выглядит сложный билд. Но он был у меня когда-то. Очень давно. Сейчас я его не вижу. Мы упали мастера, смотрим по иконке. Нету его сейчас. Был давно. На 40 уровне еще можно такую херню провернуть. Но на 30 будет крайне сложно, наверное, даже невозможно, не знаю. Нету. Может и есть где-то. Это надо ДД, в смысле. Ой. Лучше не заморачиваться. Это крайняя защита. Билд крайняя защита, я вам так скажу. Билд крайняя защита. Вот, вот это дома. Типа мастер еще. Ну поскольку они. Вот это я понимаю. А про тот билд, я только скажу. Так. Это я понимаю. Это, я их потом хочу ответить. Кстати, насчет. Ред Драгон через Барт у меня есть, через этого, через монаха. Красный дракон. Это у них считается оружие как Ти-Страйк, как магическое против ДР. Как раз я говорю, тут на анти найдется еще более анти. О, Барт, сейчас песня. Ну-ка, Ипа же по-любому есть. Ну-ка, импрув пауэр. Так я не поверю, что нету такого билда. Нету что ли? Как нету? Пауэр так. Ну как нет-то? Если домашний бил. Интересно же. Нет. Ну, тогда это непонятно. Это домашний бил для повара так. Не предусмотрено. А, ну вот тут вот по-любому. Редер. А, да, вот я как раз про то и говорил. Вот у этого наверняка есть. Только что-то он наверное, плохо вкачан. Вот, хорошо вкачан. Вот он. Красавец. Только через барда надо было вкачать. Тут, наверное, по-любому повар атак есть, да, и импрувит повар атак. Чтобы пробивать дамаг редукшн. Вот. Ти-страйк это вот как раз дамаг редукшн, видите, пробивает. Считается как магическое оружие, безоружная атака. И пробивает дамаг редукшн. Вот оно. Вот оно счастье. А, так у меня иконки, наверное, другие. Может и на том есть какой-нибудь там. Вот, я и говорю, у меня разные все-таки иконки. Есть, наверное, билд, но не хода сейчас уже все полить и изучать. Я, знаете, про что я говорю, полностью защитный билд, у меня даже в голове он запомнился, сами его запомните. Дворфин, Дефендер, убитый, Декстериты, чтобы было эпик додж, уклонение от атаки, увертываемость атаки эпическая. 50% консулмент с монахом можно взять, монах, например, 18, или так, селф-консулмент. Там не уложишься. Плюс дамаг по поглощению урона с дворфина Дефендера. Эпическая поглощение. ЭДР. Эпик дамаг редукшн. Ну где, почему у меня такого билда нет? А у меня еще где-то были сохраненки многих билдов. Старых. Может он где-то есть. Но он крайне сложен к исполнению, я уже сказал, повторяться не хочу. Вот тут вот, например, через этот вот эпик додж, чтобы тут. Вот, селфонсмен 2 всего почему-то взято. Эпик додж. А эпик дамаг редукшн я не вижу, потому что ну это явно не туда. Ну совместить все это, ну. Вот, наверное, что-то. Оно.
Вот это, наверное, оно. Ну тут эпик дольше нет. О, эпик, просто дольше есть. Удивлюсь, если эпик дольше будет. Ну, а эпик дамаг редукшн. Если 22, ну конечно есть. И есть. А, нет, нету 50% консумент. Ну можно пошаманить, можно пошаманить. 30. А с этой 40-й же получается? 30-й, 40-й, странно. На Грит Сворд. А потому что на Алишторм Лотер нет, не было косы. На Грит Сворд все проще. Не надо Випон Фокус брать это, то есть экзотического не надо брать. Это плюс один фит, решающий на первых уровнях. Вы сами поймете, если будете билдить на Ририт. 30-м, на 30-й левую каплю уложиться сложно. И свои правки. У монаха там свои фиты. Например, дворфу. Хотя вот видите, в минусаже идет дворфу, не надо дорвать. И все равно не хватает для экзотического, все равно мало. Ой, ну все сложно. Я не знаю, я поищу потом. Может, за 100 билдов, их несколько у меня сохранено. С разным пакетом билдов. С разного времени. Хорошо, что отметки времени всегда ставил. С разных годов. И вот. У меня 300 так-то билдов, наверное. Охренеть просто. Охренеть. Я, может, и найду тот билд, который имею в виду. Понимаете? Или он у меня где-то есть на видео. Я так и написал, наверное. Вот поискать ЕД плюс 50% консилаунт. Маскировка плюс ЕДР, Epic Damage Reduction. Ну, Epic Dodge, короче. Эпическая увертливость. Эпическая увертливость. Плюс 50% стелл консилмент, сама маскировка. Плюс 50% сама маскировка. Плюс Epic Damage Reduction, плюс эпическое поглощение урона. Впитывание урона, эпическое впитывание урона. И плюс Борфин, Дефендер, дамаг редукшн, поглощение урона. Поглощение урона защитника дворфу. Вот этот билд очень сложный к исполнению. А, еще если он напали мастер идет, господи, то это еще иммун критом. Такой билд просто не убить. Неубиваемый билд. Ну, милишником. Столкастер это может и попытается убить, да и то. Если там, если improved evasion есть, это. Вот у монаха, кстати, у нас тут improved evasion есть. Как это все сложно. Я заразился этой. И вообще, меня не отпускает. Я надо заканчивать. У меня тут-то есть improved evasion по-любому. 9, если уровень есть, конечно, есть. Чего смотреть? Вот. Значит, живем. Ну, билд нормальный, согласитесь. Живучий. По параметрам сами. Вот только силу надо побольше сделать. Переделать чара. Билд, да, живучий, может быть улучшен. Ой, а сколько впереди у меня планов все. Red Dragon Disciples, монах, который пробивает. Я же говорю, тут идеала нет ДНД РПГ. Поиском идеала может всю жизнь заниматься, его не найдешь. Потому что есть на каждой, это как в реальной жизни, на каждого сильного человека найдется все больше сильный, более сильный, да, то и тут на каждый билд найдется еще более умный билд. Анти-билд. Анти-идеал. На каждый идеал найдется анти. Нет тут идеала. Это заканчивается только полетом фантазии, интеллектом и развитостью. Ума. Так, ладно, все. Фантазии. И знанием, главное знанием. Все, надо заканчивать. Сейчас кританул кого-нибудь, все. Может ПВП с кем-нибудь, если кто пойдет тут. А хотят или не ПВП? Вот я выбегала одна какая-то. Тут у меня ХП хватило бы, думаю, выжить. Но у меня есть спел резистанция, в принципе. В принципе, да, этот может в ПВП участвовать, бил такой. Подобный бил. Так, что у меня надето? Ничего не надето, что ли? С поясов надето, что-то она не отображает. А вот она, я уж не вижу, ничего слепается туда. Вот. А почему она у меня не здесь-то? Первое всегда вот это ставлю, потом арчери, чтобы не путаться. Пояс против лучников. И потом против файтеров только в последнем вечере. Самое боюсь, потому что станнеров. Они 62 ДЦ, мы помним. 60 ДЦ, поэтому боимся их одеваем против станнеров. Все. Ну лучше, конечно, поэтому Блудгион дамаг. У Скутхи, кстати, тоже два типа, пирсинг, инсулэшинг. Но! Лучше Блудгион дамаг с тобой таскать тоже. Против лича какой-нибудь зайдет или нежити, в общем. Почему я и люблю
Great Health и Flail мне больше всех поднимает. Оно хорошо критует, 13-20 можно сделать. Вот это мое любимое, это где оно? Это мое любимое оружие. Heavy Flail. Ионин дома. Я его приобрету на всякий. Надо дубасить, нежить какую-нибудь. Стандеров тех же. Ну что ты там хочешь? Хочешь PvP против? О, вот это. А вот пошел бы он туда, как раз. Но даже не знаю, кто бы из нас делал кого. Одинаковые билды почти. Ну, видите, у меня сила не вкачана, я бы, может, и проиграл. А еще лучше, чем бы долбить-то их. Нежить. Ну вот эти у меня предыдущий билд. Вот два типа дамага, у кого еще мы видели. Что я сам удивился даже. Хотя столько знаю, механик. Когда я удивился, сейчас я все уже не соображаю, что говорю, подождите. Ну, у Халберда я знаю, что два дамага. Пирсинг, слышим тоже. Прокалывание и режущий. У этого тоже прокалывание и режущий. А вот у кого-то я удивился, что два дамага. Для меня это новостью стало. Я столько лет уже в Йоне. Какое же оружие ты таскал недавно? Вроде бы обычное оружие было. А вот! Мортинстар. А, Блудгионин и Персик. Вот это вот меня удивило. Это неплохое штучка, конечно. Тогда ее возьмем. На всякий пусть лежит Мортинстар. Ну и еще одна была такая же, похожая. Вот на это, второй тип. Не Мортинстар, а еще. Вот она, наверное. Лихт Клейл, нет. А что еще-то было? На Мортинстар похожая. Хрень какая-то, как оно оружие называется? Еще-то одно такое же есть. На каком-то сервере я видел, на другом. Не с Morningstar, а еще с какой-то херней бегал. Маки, наверное. Или вот что-то с Маки связано. Грет Маки. А, ну это мы проработали эту серию. На сервере оружие какое-то новое. Двумя типами оружия тоже. О, дронами. Ну я не вижу, я не понял. Ну как, вот к этим файтеры зайдем. Я вообще договариваться стал. Вот тут может есть. Вот оно. Вот, наверное, это что это такое вообще? Вот его не как персин. А, ну вот оно, наверное. Ну что это, что я был? Кин какой-то. Вот такое вот я видел. Ну это что такое-то? Это не Morning Star. Это просто название, ну как это оружие, это тип базовый, как называется? Или это Morning Star такая просто переделанная? Кто не поймет. А, ну вот еще. Вот, так вот я на сервере видел вот это вот. На этом сервере видел какой-то. Не понять, что у них тут. Но это Morning Star, наверное, просто переделанная. Почему базового нет? Да это по-любому переделано. What can I do for you? Все, уже надо заканчивать. What can I do for you? Ну, целый день. Сколько билдов создал, пипец. Почему? Как эта хрень называется переделана? Ты Морнистан переделана, так и говорите. Да, лист, хэви плей. Все что ли, наверное? Надо заканчивать. Я пойду в селфица. А, не, я же хотел еще максимум выбить крит. А я закрафтился, да? Так. Максимум крита. Да ну нафиг, я уже выделывал себе максимум крита. А чё это оно поменялось на хуже? Ну-ка. 28. Чё на хуже-то поменяло? Гриатель должно сработать как... Ещё хуже стало, что ли? Что-то оно, я не понимаю, оно что скачет, что ли, на сене? 26 теперь. Я что-то вообще ничего не понимаю, что происходит. Ладно, смотрим. Стоп, а что тогда, а что если будет вот это, если выпью обычную теперь? Да, обычным пользоваться, короче, это какие-то читерные, непонятно.
31 стало. Сроду не было 31. Все, уже больше не бывает. Все, уже может даже станции не вставать, это хорошо. А, хотя ХП больше, да, стоит? ХП, да, вот видите, они подфиксили станцию здесь бесконечно, а там несколько раз в день можно было идти. Ну все, сейчас я замочу. Давайте двоих... Нет, четверых раздадим всем жару, хоть, наконец, все. 4 сплавнулось или 3, вот опять не видно. Ну, здесь 4 в любом. 5, да, пускай 5, да. 5 минут, да, сплавнулось. Блин, хотел 4. Ну-ка, не, я хочу как всегда как положено все. Вот у нас аномат редукшн. Ой, 6 прям. Что-то много, ничего, ничего. Я вообще не так плохой зрение. Скажу вам это. Больше, да, чем у меня есть. Ничего не надо. 2, 3 надо отдыхать. Простите меня, короче. Все, 4 там по-любому. Это по-любому 4, да. Вот теперь давайте всех за манушка туда, как всегда, обычно там тестировать люблю. В станцию встаем в этом. Сейчас. Не нападай на меня, только не атака, а оппортунист. В станцию. О, они все куда-то. Во как, пошло дело, но только не так. О, получилось это. Раздадим крыто, все, все. На этом, наверное, станцию надо выключить. Выключайся, пожалуйста. А, ну что не выключайся? О, маг редукшн, действие. Криты. Блин, прошло. Я хочу подвигаться просто напоследок. Критикал. Нет, то есть, крит. А, что я делаю? А чего не проходит? 16-20. Вот, критик, вот это мне нравится. Хит, крит. О, 400 что ли критом, уже не показалось. Вместе, когда... Как это вот работает, я не знаю. Все, крит плюс, и мы лечим. Победа? Самим собой над властью. Все, хватит, какая власть, какая победа, все. Игорь Петрович, время уже 10. Охренеть, я целый день сегодня, я с утра встал, перебил, я сильно встал. У нас еще воду сейчас помыться, лучше принять хороший. А ведь не позвол... нету воды, и нас морозят, ведь на улице дождь идет, холодно. Че я творю с собой-то вообще, пиздец какой, извините, я сейчас матерился опять. Да ну надо заканчивать, насколько можно. Все, билд нормальный, звучит. Но его надо переделать. Еще более мощным сделать, звучит. Не, ну все, ребята, все, извините, пожалуйста, я не могу сегодня больше. А кто меня заставляет? Я как мазохист уже какой-то. Сам себя заставляю, блин. Идиот, блин. Все, до свидания. Спасибо за внимание, до свидания, с вами был Игорь Петрович.